Итак, друзья, сейчас нам предстоит поистине ювелирная работа. Подошли со стороны города Коломна к понтонному мосту через реку Аку. Впереди Кашира, наш путь лежит именно туда, справа озера. Предстоит пройти под понтонным мостом. Высота моста в данном месте 1 метр 20 сантиметров. Высота нашего катера в холке, сейчас нужно будет снять зеркала, 1 метр 15 сантиметров. Вот от этой поперечины до глади воды. Поэтому, как я уже сказал в начале, работа ювелирная. Так, ну что, пошли. Итак, друзья, снимаем зеркала и начинаем нашу работу. Поехали. Все видно? Да. Отлично. Пристань пока. Ага. Потом присядешь. И я тоже. Ребята, у нас 5 сантиметров форы. Присаживайся. Смотрите, как легко вот эти проходят, а? Бинго, ребята! Прошли! Отлично! Ребята, все отлично! Класс! Прошли! Ну вот так! На катере типа Беркут МДС можно легко пройти под этим мостом и, соответственно, совершить вояж, например, от Кашира или Серпухова в сторону города Коломна. Поесть калачи, например. Вот как-то так. Спасибо, друзья, за внимание. Будьте счастливы, отдыхайте качественно, правильно. Подписывайтесь на канал. И всего доброго!